дамы и господа, сегодня у нас в супер замечательной студии сидит Труман и Морган, и мы сегодня будем играть в Man of Medan. Ты что, позвал меня в хорроры играть? Да. Сука. Блин, а? Кто там, мама? Алло, я играю. Алло. Киновечеринка у нас сегодня. Новая ячейка. Так, игрок один. Ну да, это я. Я буду лох в честь нашего фильма по GTA San Andreas, лохи. А ты будешь тювак. Так, я выбираю себе персонажа. Давай по очереди. Кенгуру! О, я только с тобой иногда выигрываю в ножницах. Обычно проигрываю. Ваш ход лох. Man of Medan. Дай четвертак. Хочу узнать будущее. Какой вопрос ты хочешь задать костям? Стану ли я богатым? Ну да, интересно, ладно, давай. Короче, там змея и какая-то конопля. Бамбука. Я дракона выбираю, это супер по-азиатски. Бамбук по-азиатски. Ну хотя да, и то по-азиатски. Твоя судьба может прийти к тебе, как таинственный ветер. На такой ветер всегда несет за собой смерть и страдания. Блядь, ебать, ты чё? Он сейчас разозлится, наверное. Это как? Ты знаешь? Это как понимать? Отойди, дай мне попробовать. О, хорош! Хорош! Давай! Чё ты режь, бля, ты испугал меня? Давай, бей её! Слева! Хорош! Бэп, бэп! Хорош! Вам было времени много. Икс! Смотри, так, вот можно на РТ, у РБ можно называть и смотреть, кто мы. Аутист, эгоизм. Нам на корабль, пора. Нормально. 50 центов? Какие 50 центов? Верни деньги! Отвали! Ой, а мне тут не приказывают! Ебать, Брюс Уиллис! Вот мое медицинское заключение! Эти парни надрались по-черному, потому и будят! Охуенная звучка, бля. Этого можно тащить сразу в лазарет! Страйка, когда спать пытаюсь. Ой, геймплей что ли? Так, ебать. Ой, ебать, как Петька. Что-то не так. Давай выбираться. А что надо делать? Насаживай. А, что-то высунул. Сейчас, подожди. Я Баки. Недавно видел его в столовой. Он был Бак. Здоров, как бык. Да, тебе что-то болит. Артём, иди цветок понюхай. Артёмка бежит нюхать цветок. Расстреливай шкаф. Ба-б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 а! Он сейчас дрочит на него, по-моему. Блядь. Я думаю, надо проглотить крест и плеваться с этими свиньями. Лох, ваш ход опять. О, вам. Ебать, романтично. Слушай. Когда уже закрутится-то все? Че да за болтовня? Да я ненавижу их двоих, где девчонки? Первые два часа всегда там ничего не происходит. Да? Эй. Наверное. Говна попей. Можно тебя кое-что спросить? Ты такой козел. Если бы ты с ними был. Отношения обновлены. Че ты своим лицом тут вели? Смотри, на нас смотрит, видишь? Ты такой, фу, пацаны, ебать, фу. Зависть, спокойствие, тревога. О, чувак ходит. Как думаешь, кто из них умрет? Я думаю, все. Еще немного, и можно будет вас запускать. Я подготовлю баллон. Ну, это зависит, как играть в него. Ну, да, все. Че, все, я больше не хочу. Че делать дальше? О, а есть игра про волка с яйцами? Так, ого. Ого! Вау! И долго это будет, ёпта! Чё мне взять, Артём, камеру или палку? Я палку. Чё тебе нужно? Бери вот ты, давай, давай. А раз, два, три. Я лучше палку возьму, нахуй мне эта камера, блядь. Джулия или взять еще одну камеру? Я лучше возьму Джулию. Флис достала, сегодня ночью романтика. Может, включим ее сегодня ночью, когда будем погружение праздновать? А ты свою палку возьмешь? Моя палка буквально пронзит палубу. Ебать, у них флирт на уровне типа, ну чё, может я уже поебу тебя тут? А я такая, эх, палка. Дно моё собралось дырявить, плюс из палубу. Это вообще-то моя палуба. Дырявить придется меня. О, лох, мой ход. Так, чё там? Пираты! Испанцы! Где испанцы наши? Кто? Все разве персонажи? Нет, это другие еще два подводные. Не, вообще, я не переживаю. Вы нам лодку повредили, видели?
Что скажешь, баксов 10 хватит? О, понял, виноват. Пусть будет 20. Ой, ну блин, хочешь сказать 30? Можно и 30? Ты с вами не поторгуешься. Лады, вот, держите. Я иду ва-банк. Острая штука торчит, главное за нее не пораниться. XXX. Ой, все, поранился. Черт! Ладно, я специально нажал, чтобы она поранилась. Ого! Нихуя, ебать, ну это все. Бля, актеры отстой, конечно, очень. Иногда у них такие эмоции, вот сейчас, блядь, что это? Типа типичная хуйня в океане соленом, блядь. Летишь с огромными глазами. Блядь, я опять не успел нажать X. Да ебаный рот, блядь! Давай, я буду говорить вверх, вбок там. Право! Да блядь! Смотри, бомбодержатели переделали под шлюпки. Интересно. Нет. Неинтересно. Так, заплывем, что ли? Эл. Что это? А, блядь! Ебануться нахуй! Это самый страшный хоррор, который в игре в этой будет, наверное. Ты скоро будешь миссис Смит, как ощущение? Все, ставлю свою фамилию. Ну, да. Не знаю, я ведь фу, делаю ебать, карьеру по своей фамилии. Мне бы не хотелось ее. Ну, бля, потому что... Фу! А ты на работе оставь, ты хуйня. А моя настоящая будет... Тоник в океане, тоник в океане. Много страшилок знаешь? Ну, есть одна история. Случилась прямо в этих краях. Давай, трави. Излагай. Он привел ее на маяк и стал расспрашивать. А мужик-то молодец. Ловко. Головка, блин. Смотрите. В ужасе пытается разглядеть лицо мертвеца. Ближе. Ближе. И сам видит, мертво, что мертвеца. Это он сам. Бля, прикольное отражение там. Глаза у него вылезают, и он кричит. Я бы сказал, ну пиздать. Да, вот ты ебанат мертвый. Даже если мне показалось, я тебя убью. Но белый получил поебало уже, как минимум. Я буду так вот сидеть, чтобы он мне было их. Рассмотреть, развязать. Ну мы развяжи этого пацана. Развязать, ну да, не буду же я, блядь, с голыми, с задними руками бегать. Да бегал бы такой, отмечай, да! Он такой, да заебали. Икс! О, хорош! Ебать, их в самый последний момент успел. На! Здесь никого, кроме нас. Давай-ка развлечемся. А не пошел бы ты нахер. Слышь, отвали. Ты рад себе хорошо, малыш. Малыш. Ладно. Типа уступчивость. Эй, руки убери. Сволочи. Хватит спалиться такой. Да, кстати, дебил ебаный. Рандон. Хлебор, закрой. Я вылезу в окно, а пойду по борту и нападу оттуда. Икс, ты сука! Да, блядь! Давай, Макс, все, лови пулю. Мы не отбили яхту из-за тебя. Да, я в курсе. Так, заткнулись, живо! Так, мы просто разговаривали. Ну нахуй помолчу, че ты хуйня. А я вот люблю слушать. Ничего. Да-да. Надо. Блять, охуенно, блядь. Ясно? Сильный шторм. Эй, я просто хочу про шторм узнать. Дадите информацию. С востока идет большой шторм. Скажите, если нужна помощь, обычно вас не пугает ни погода. Пошел нахуй! Все нормально. Нет! Нет! О, друг мой. Хорошо, когда людям помогать. Согласна. Видишь, они нормальные ребята. Слава богу, что все кнопки не забыли. А то мы подумали бы, что они гандоны. О, корабль. О! Такая хуйня. А чё мне сюда нельзя? Ты, слышь? Ебать, хочу туда. Ты. За скриптом. Ладно, все понятно. Сейчас она такая. Что это, Макс, за место? Это, наверное, корабль. Почему это сорвали со стены? Почему? Почему? Че это? О! Виш начался. Два съебались, два остались. Эй! Чего?
кинул ее. Он кинул ее. Он... Блять, он кинул. Во, вот. О! Вот так, сука! На, получай, хорроры, блядь! Фу. А может еще раз залезть надо? Давай, может еще раз крыса вылезет. О, штаны. Да, блядь, ничего нету. Вау! Воу! Фонарь выключи, идиот, блядь! Стоит, блядь, светит ему вот так вот. Да-да-да, во всем. Оу! Ой, девочки, как найти себе такого мужчину, как Макс? Люблю вас, говнюшки мои. Волгодонские, мы все тут такие. Что? Что? Здесь кто-то есть, был ведь, ну, какой-то звук. Блять, ты чё, ебанбо? Давай, пошёл вот туда. Ой, сейчас хоррор будет, блять. Хоррор. Что? Аспирин. Нельзя его, не употреблять. Да, может, еще голова. У меня нос лопнул как-то, а потом мне до мозга вот так засовывали вату. А Макс смеется над этим. Я не смеюсь, я стала любопытно. А еще он смеялся, когда меня алкаши на стуле выносили с поломанной ногой из подъезда. Ну это смешно было. Потому что ты был как царь алкашей. А ты такой типа... Ладно, хватит! Выходите! Вот ебани его по голове пока сзади, блядь. Чё ты стоишь там? Чёрт! Чё он напал на мусор? Да, чё это за мешки? Мешки такой, уходите, выходите! Сука! По-моему, они на фотку собрались. Бля, на шашлыках. О. Ой, бля. Кто-то с туалета вышел. О, все встают. О, призрака. Что тут происходит? Ну, ебать, это и вся реакция. Пиздец. Или есть? Он умер когда-то. Бля, прикинь, если афроамериканец умер, ну все такие, да он под кроватью лежит, думает. А он вышел за ними и просто умер. Ебать, ты чё смеёшься, это грустно. Ну куда он делся из-под кровати и больше не узнают. Ну и похуй. Земля пухом, да. Типа как бы, что упало, то пропало. Вау! Вау, привет, вау! Вау, вау! Бля, жалко. Блять, ну вообще. Б! Я нажал на Икс! И нахуй ты, сука! Попай ебаный! Покричи на нее! Это она, наверное, встречит! Эх! Ну и глохо потеряли мы. Погибли уже двое, а ведь все шло так хорошо. Да ты, потому что кнопки подольше поставил. Вот-вот, пиздец, ты вообще говно, блядь. А кто-нибудь видел Брэда? Не, кто это? Кто это? А как же Конрад? Не знаю, кто это. Точнее, вам следовало быть осторожным. А, или, наверное, те, кто сдохли. Наверное. Ну и хуй, блядь. Все найдет. Здесь могут быть замешаны силы, близкие к науке. И даже, может быть, к политике, понятно? Не. Менее. Вы, может, уже кое о чем догадались, что все и вся может оказаться совсем не тем, чем кажется. Карта? Карта не может оказаться. Наверное, бумагой. Надеюсь, это поможет. Не может быть. Что такое? До сих пор работает. Старая радиостанция мало отвечает. Это радио. Сейчас попробую. Радиостанция Шансон FM. Попросим помощи. Золотые купола. А такая есть? Конечно. Да? Алло, вы меня слышите? Не, батарейка села. Нам нужно включить радио. Все нормально? Я в норме. Заткнись. Не, я в норме. Влад, заткнись. Тише. Зачем полиция? Да, он просто скажет. Вы видите что-нибудь? Заткнись. Нам надо найти генератор. Я нашел. С ума сводит. Он нашел. Слава богу. Сейчас он насыт. Он работает. Его током ударит же, нет? Сейчас ебало оторвется. Бля, я надеюсь. Слава богу, нашли. О, бля, кто это? Я же его утопил в трюме. А, вот этого он утопил. Типа черного. О, видишь, из канализации. Да, да, везде этот вонючий запах.
О, тихо, нет. Ты как будто умирающий бомж. Все, пошел нахуй. Да, какой-то бомжара пугает нас, пиздец, блядь. Так, тут Макс надо что-то сейчас будет серьезное. Он может застрелиться, помнишь? А, да, точно. Он же еблан. Да, да, только вот доведи его до этого. Окей, сейчас. Ты ничтожная хуйня. У тебя отстойная работа. Да, у тебя, наверное, плохо ты закончил школу. Да, и мамку ебать. Он сам справляется. Не вдыхайте. Не вдыхайте туман. Туман в конду. Без нас я чувствую. Не, говори, ничего не знаю. Или молчи, чтобы он с ума сошел. Типа нас нету, притворимся. Да ебало, ебало закрой. Так. Ну что, не ожидал мой прием? Меня душат. Мы сейчас будем тебе помочь. Ох. Ты успел? Да, да, да. Умри, на, нахуй, чебушила. Теперь тебя два. Да, теперь ты как пизда. Чудом уцелела, сука. О, смотри, день. Если это конец, я сейчас в игре разочаруюсь, блядь. Скажу, что это помойная игра. Реально, что ли? Фу, такая короткая помойная игра. И все? Ну, смотри, если бы мы старт нажимали, они бы сейчас пятером ехали. Вау, вот это дым был. А, вот так вот? Как будто разработчики делали игру и такие... Да что-то вообще идеи не хватает. Давай тут закончим. Да. Спасибо за просмотр. Ставь большой палец вверх. Подписывайся на канал. Пиши в комментарии, понравилось тебе или нет. Ну, конечно же, наверное, понравилось. Какой крутой ролик. Смотри на него. Подписывайся обязательно на бота, который будет ВКонтакте оповещать тебя о стримах и роликах. Он находится в описании. Ссылочка на Макса тоже в описании. Удачки!